Привет, мои дорогие студенты! Вы представляете, сколько уже времени прошло, сколько мы с вами говорим о школе, сколько у вас много результатов! Вы молодцы! У вас все получается! Ну это вообще круто! Итак, начнем разбирать сегодняшние три вопроса. Когда много домашних заданий, у меня паника, я не знаю, что делать, к какому заданию бросаться, и из-за этой паники получается, что я абсолютно ничего не успеваю, не могу сосредоточиться. Конечно же, шаг номер один – не допускать до того, чтобы у вас накапливалось много заданий. Старайтесь делать задание в тот же самый день, максимум на следующий день, чтобы оно не накапливалось. Вы сами себе скажете затем спасибо. Если это не вариант, сесть, успокоить себя. Каким образом? Взять карандаш, взять листочек, записать каждое задание, что вам нужно сделать. Затем подумать своей головой, что, когда у вас заканчивается, когда вам что нужно сдавать. И затем расставляйте по приоритетам. Делайте, естественно, то, что важнее. Следующий шаг – честно посмотреть на свое время и возможности. В большинстве случаев есть огромное количество ваших занятий, на которые вы тратите ваше время. Вам придется их отодвинуть. Так вы успеете сделать все задания. Вам придется понять, на что вы тратите время, телефон, компьютер, возможно, в этот день не смотреть вообще никакие видео. Но правда заключается в том, что если вы потратите свое время только лишь на выполнение этих заданий, вы успеете. В большинстве случаев, я повторюсь, это чисто такой обман, паника, которая происходит с вами, и вам кажется, что вы не успеете. В реальности и физически, и по времени мы можем успеть эти задания сделать. Как часто, сидя в классе, вы замечали следующую ситуацию? Учитель задает вопрос, весь класс молчит, и вдруг где-то сзади вы слышите такой очень неуверенный ответ, но никто это не услышал. Так, рядом сидящие услышали. Учитель вдруг говорит ответ, и вы понимаете, что этот студент был прав. А самое страшное, что вы знали ответ и тоже промолчали. Страх. Вы боялись быть неправым. Неужели это действительно так страшно ошибиться в ответе? Как вы относитесь к тем рядом сидящим, которые вдруг ответили неправильно? Вы сидите и весь урок думаете. Вот идиот, вот придурок, зачем только сказал? Ужас, какой он тупой. Ты слыхал, он неправильно ответил. Ты серьезно? Да-да-да, вот тут справа. И потом вы всю неделю это обсуждаете, да? Очень сомневаюсь. Это не так. Когда кто-то ошибается, вы обращаете на это ноль внимания. Ну не бойтесь поднимать руку, не бойтесь выкрикивать. Каждый раз, когда вы это будете делать, у вас будет вырабатываться больше и больше желания это делать, больше уверенности, и в конце концов вы будете чувствовать себя частью этого класса, тот человек, который постоянно в нем участвует. Вас никто не расстреляет, это чисто такая самообманная реакция защитная, которую у всех, у каждого человека. Это просто работа над собой. Пробуйте, работайте, тем более, что вас никто не съест. Чаще отвечайте в классе, и вы не заметите, как этот страх уйдет на задний план. Страх перед аудиторией, перед публикой, перед людьми – это защитная реакция человека. Я занимаюсь, учусь, у меня вроде есть как мотивация, но приходят такие моменты, когда я понимаю, что я бездарность, у меня ничего не получается. На самом деле, возможно, вы просто немножечко переутомились. Вы поверили в свои силы, но вдруг какая-то осечка, вдруг какой-то провал, и вы думаете, что вы тупой. Это было, опять же, у меня то же самое. Просто иногда тебе нужна экстра мотивация, нужно поверить снова в свои силы, нужно вспомнить, какая у вас цель, для чего все вы это делаете, и возбудить в себе снова вот это желание, веру в себя. Нужно перезарядиться, нужно помнить, что вы личность, что у вас есть свои цели, у вас есть свои приоритеты. Нужно иногда уметь давать себе возможность проваливаться, чего-то не достигать, вставать и снова идти. Нужно давать себе шанс, нужно помогать себе восстанавливаться, нужно иногда себя немножечко пожалеть, но долго в этом не засиживаться. Что у вас заставило тогда начать делать что-то? Что? Вспомните это. И, возможно, это вам и поможет. Честно сказать, почему-то в конце этого видео у меня уже даже нет слов. Я надеюсь, что вы что-то почерпнули из этого видео. Я надеюсь, что мы с вами не будем опускать руки. Комментируйте свои мысли внизу, ставьте пальчики вверх, если это видео вам было полезное. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также делитесь этим видео с другими, для того, чтобы мы могли помогать все друг дружечке. Я надеюсь с вами увидеться в следующем видео, и всем пока! Муа!